Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. В студії учасники громадської організації Фонд регіональних досліджень. Я редактор та ведучий передачі Олег Туляков та постійний експерт Валерій Іванович Борзунов. Доброго дня, Валерій Івановичу. Шановна громада, сьогодні ми з вами будемо продовжувати обговорювати позиції одного документу. Це меморандум громадських політичних організацій, представників бізнесу та активних громадян України про спільну діяльність по зміні економіко-політичної системи та реалізації принципів сталого регіонального розвитку. Я нагадаю, що цей документ був запропонований керівникам громадських організацій Сумщини і іншим впливовим людям, суб'єктам політики щодо підписання з метою спільних дій задля забезпечення сталого розвитку громад Сумської області. Протягом своїх минулих передач ми вже говорили про ті позиції меморандуму, які стосуються зовнішньої моделі управління України. Я нагадаю, що цей меморандум ухвалений на засіданні Центру сприяння регіональному розвитку при Сумському державному університеті. Сьогодні у нас тема не менш цікава. Сьогодні ми поговоримо про внутрішню регіональну політику і про модель внутрішнього сталого розвитку. У чому сутність цієї моделі, Валерій Іванович, будь ласка. Ну, я немножко начну с прошлого заседания или прошлой передачи, где мы рассматривали вообще назначение этого документа, этого меморандума. Дело в том, что с моей точки зрения ситуация сейчас несколько изменилась. И если мы в течение, вот, наверное, года, если не больше, провели там 60 этих передач и рассматривали принципы устойчивого развития, то есть ту концепцию, которую мы предлагали для реализации проектным путем при создании территориальных громад, при разработке стратегии регионального развития. То есть мы были ориентированы на то, что вот идет децентрализация, и желательно бы вот по этим базовым принципам создавать эту территориальную громаду, а не так, как на сегодняшний день это делается в расчете только на освоение бюджетных средств, дотации и субвенций. То на сегодняшний день изменилась ситуация в каком плане? Что все, наверное, заметили о том, что страна, Украина, практически вошла в избирательную кампанию. Вот этот вот двухлетний цикл избирательных процессов, где будет в 2019 году выборы президента и Верховной Рады, в 2020 году будут выборы местные. Ну и если ситуация там не изменится, возможно, будут выборы и в территориальные громады, которые в период этого будут создаваться. Что это означает? На мой взгляд, это означает, что партийные органы или партийные структуры, властные структуры практически никакими реформами заниматься больше не будут. Все будут заниматься на победу той или партии, или того кандидата, который они поддерживают. Вот поэтому мы вышли сейчас вот с таким документом, который нацелен не на проектное внедрение принципа устойчивого развития, а на ориентирование, каких кандидатов можно поддерживать, каких кандидатов можно выдвигать, по каким принципам, по каким критериям можно оценивать. Это на благо страны, это на принципах устойчивого развития или наоборот во вред. Вот такой документ предлагается для рассмотрения и ориентирован, как я понимаю, на тех, кто сегодня не определился, кого все-таки не устраивает та ситуация, которая сложилась у нас и в экономике, и с качеством жизни, и вообще с развитием как региональных структур, так и страны. Те, которые, подойдя к урне, будут себе задавать вопрос, а за кого голосовать? Вот мы тут сформулировали те критерии, по которым можно было, на мой взгляд, оценивать того или иного кандидата в президенты. И второе, что, на мой взгляд, более даже важно, пытаться выдвигать своих кандидатов, тех, которые вы знаете, которые попадают под эти вот требования. Потому что, сформировав новую власть практически на всех уровнях по старому принципу, вообще нет смысла будет говорить ни о какой концепции, это будет продолжаться та же самая модель управление, которое на сегодняшний день существует. Вот я хотел бы начать с того, уточнив
необходимость, на мой взгляд, вот такого вот подхода и призывать людей как-то осмысленно подойти к этой избирательной кампании, а не становиться так, как мы 27 лет подходим, когда подходим голосовать и спрашиваем, а за кого же голосовать, и выбираем из двух зол меньшее. Это вот что касается там, преамбулы, будем так говорить. Теперь, что касается самой темы. Если говорить о факторах влияния на внутреннюю политику и вот на возможность регионального устойчивого развития, устойчивого развития территориальной громады, то один из факторов мы с вами уже определили в предыдущей передаче, это внешний фактор, который задает рамки какие-то, в рамках которых можно что-то делать в городе, в регионе, в селе и так далее. Это понятно, то, что мы сформулировали. И один из самых главных факторов по устойчивому развитию, в том числе вот то, что говорят на сегодняшний день, нам нужны инвестиции, нам нужны новые технологии, это проблема мира. То есть не установится мир на территории Украины, не будут никаких инвестиций, не будет никаких изменений. Вот, что касается сугубо внутренних факторов, то есть тут тоже есть дестабилизирующие моменты, которые даже если бы мы, как говорится, имели благоприятную конъюнктуру внешнюю, были бы или тормозили бы устойчивое развитие, или вообще бы мы не могли развиваться устойчиво и выходить на какой-то уровень, новый уровень качества жизни и на новый уровень конкурентности на внешнем рынке. Это фактор, первый фактор – гуманитарные разницы. Вот мы много говорим о том, что Украина должна быть единая, мы должны объединиться, и в единстве нашем залог наших успехов, залог нашего будущего. Но если все-таки посмотреть по структуре населения, например, то мы абсолютно разные, не абсолютно, но мы во многом разные. Это не хорошо или плохо, это, как говорится, факт, который нельзя отрицать. Мы разные по ментальности, мы разные по вере. Мы разные по историческим ценностям, у нас разные герои. То есть мы гуманитарно разные люди. И вот мы можем развиваться по модели унификации, чтобы мы все были, как говорится, единые под одну гребенку. По модели противостояния этих разностей. А можем развиваться по модели, я называю там, комфортного сосуществования, комфортного совместного проживания. Вот на сегодняшний день мы живем по модели противостояния. Мы противостоим друг другу, противостоим нашими оценками, противостоим нашим действиям по патриотизму, по героям, у каждого свое. То есть противостояние – это один из основных факторов, дестабилизирующей ситуацию. Второй фактор, который я отмечу, потом мы продолжим, вы прокомментируете тоже, что нужно, это разность регионов. Экономические особенности развития каждого региона разные. То есть, безусловно, Сумская область имеет свою специфику. Все 27 лет мы ориентировались там, на создание модели, ориентированной больше на восток. Закарпатье имеет свою специфику, Донецк, Донбасс, Луганск свою, Крым свою. Закарпатье мы уже видим сегодня ориентировано даже то на Польшу, то на Румынию, то на Венгрию. Каждый регион имеет особенность своего экономического развития. Если мы опять будем делать так, что все под одну гребенку, то есть единства мы не достигнем. То есть нужно учитывать особенности и создавать, в моей терминологии это называется вот такое многовекторное развитие. Каждый регион имеет свои преимущества, свои особенности и свои возможности, и они должны развиваться, имея свои приоритеты. Конечно, в рамках той внешней политики, которая осуществляется на Украине. Допустим, как в Китае есть особые экономические зоны. Там. Как у нас, допустим, в свое время были так приграничные там зоны. То есть вот второй фактор – это разность в регионах, разность в экономическом развитии. Вот два таких вот первоначальных фактора, которые на сегодняшний день дестабилизируются, и это, возможно, было бы устранено путем реформы, путем децентрализации, но мы видим, что децентрализация не устраняет эти факторы, а наоборот обостряет. Вот для начала я бы остановился на этих двух факторах. Вы знаете, выдатный
він то психіатр Зигмунд Фрейд, а потім його вчення набуло філософського змісту. Зигмунд Фрейд стверджував, що у людини є два початку – ерос і танатос. Ерос, він спрямований на розвиток, на ствердження, на, там, на любов, на дружбу, на повагу, а танатос навпаки – на ненависть, на розлучення, на протистояння. Трагедія в тому, що у людини є і те, і те. Питання в тому, що культивується. Ось, як на мій погляд, владою культивується саме ось напрям танатосу, протистояння. І проблема в тому, що і людям це подобається, бо у них і той початок є. Але треба враховувати те, що танатос, він призводить до смерті, до розлучення, до занепаду, а можливо і про знищення. Тут можна вести мову. Тому ми говоримо про сталий розвиток. Звичайно, ми говоримо про те, що треба поважати, треба об'єднувати і треба шукати точки дотику і компромісу. На мій погляд, те, що держава Україна, тут проживають різні люди, це плюс. І це треба зробити плюсом. У разі правильного управління можна досягти такої ефект, який, якщо я не, ну, точний у формулюваннях, синергія, коли усі хочуть жити, всі визнають цю державу своєю домівкою, визнають, що це моя батьківщина, і тоді вона стала, розвивається. Ну, я можу приводити історичні приклади, коли успішно розвивалися держави, де різні були люди і по вірі, і по поглядам, і по історії, і по вподобанням, і по економічному розвитку. Як ви вважаєте? Ну, здесь вообще по теоретически я вообще не вижу здесь никаких противоречий. Но если рассматривать вот каждого из нас там индивидуально или там в семье, в группе и так далее, и сформулировать определенные ценности, по которым мы будем едины, то, ну, наверное же, так должно быть. То есть я не сомневаюсь, что, допустим, у вас в семье или у меня в семье, когда зададут вопрос, так что вы все-таки хотите, воевать или мирно жить? Ну, 100% ответят, что мирно хотим воевать. То есть мирно хотим жить, извините за выражение. Это раз. Второе, допустим, вы хотите жить в бедности или вы хотите жить процветающей, свободно, там, демократически и так далее. Абсолютно подавляющее большинство скажет, что именно так. То есть мы наберем там с десяток ценностей, которые нас объединяют. Вот поэтому в разности окажется наша сила, потому что мы этим объединимся, и будет, как математически говорит, максимум экстримума будет. Но с другой стороны, посмотрите еще, ведь весь мир сегодня столкнулся с этой проблемой. Пусть мы столкнулись больше по внутренним проблемам, вот разности, а посмотреть на ту же самую Европу, там эта миграция сегодня в мировом масштабе развернулась. То есть Европа превратилась в такую из монокультурной, поликультурной страны, причем страны не то, что разница между югом и севером, а разница, ну, в самом мировоззрении. То есть, допустим, нельзя сказать, что протестанты приблизительно ментальные такие же, как мусульмане, но им приходится на сегодняшний день жить в мире, вместе. То есть мир сегодня столкнулся вот с такой вот отхода от монокультурной системы. С экономической точки зрения мы переходим сегодня от противостояния, от конкуренции к совместному развитию. Страны не хотят противостоять друг другу, они хотят вместе развиваться. От моновалюты мы переходим к мультивалюте. Вот три фактора, которые присущи не только нам, но и всему миру и развитым странам, которые требуют единства, требуют сожительство вот этих разниц. И этот тренд, будем говорить, он уже не зависит, как мы там хотим или не хотим, будем мы так делать или не будем. Не будем, значит, нас заставит так жить. Ну, зараз у мережі дехто з експертів порівнює Україну з якимось феодальною державою. Ну, є у цьому сенс.
або ми будемо відповідати цим європейським певним тенденціям і знати, що відбувається в Європі, і якось відповідати цим тенденціям, або ми будемо, як у то при феодалізмі, знаєте, воювати, стверджуватися тим, що будемо воювати з тими, хто не такий, як ми. Я би хотів просто тут зауважити і глядачам про те, що мова не йде про якийсь конформізм. Мова не йде про те, щоб там об'єднати те, що не можна об'єднувати. Мова йде про філософську таку інтеграцію, про дуже серйозні речі, коли можна знайти спільне бачення. А воно, його знайти не так складно. Я не буду зараз для того, щоб засмучувати нас усіх, приводити ті страшні цифри, скільки виїхало зараз за кордон молоді. Я тільки задам вопрос. А батьки цієї молоді, вони цього хотіли, в принципі, да? Ось щоб взяла дитина і поїхала, десь там жила, нехай там в комфорті, там, нехай там у достатку, ніхто ж цього не хотів. Ну тут один момент, от понимаете, що ще ідилії такої не буде. Якщо ця різниця є, у нас все одно буде тут якісь там особі мнення, своє мнення, где-то несогласие і так далі. То есть это иллюзия, если мы все, кажется, будем едины. Но главное, у нас есть желание этого. Мы настроены, наша риторика, наше пожелание на объединение настроено. Или мы, кажется, провозглашаем так, чтобы наоборот разъединить. Вот приведу пример. Если мы рассматриваем свое существование через прошлое, то в прошлом мы все разные. И мы можем до бесконечности спорить, даже если, допустим, там старшее поколение там помирает, то даже у молодежи разные представления. Прошлое нас не объединит. Значит, мы должны объединяться вокруг идей прошлого, будущего. А раз будущее, значит, на столе должен лежать какой-то документ, визия нашего будущего. И вот в этом документе, в этом будущем мы должны искать объединение. На моє глибоке переконання, я це визнаю як філософ, що це бачення майбутнього, воно має бути філософського змісту. Скільки ось ці постулати сталого розвитку, не філософського, а економічного змісту, ці постулати сталого розвитку, що нормальне благополучне життя, достойне благополучне життя, як, у якому би почувалося нормальне нашим дітям, воно усіх об'єднає. Звісно. Воно всіх об'єднає, і ніхто не проти цього не буде заперечувати. Добре, Валерій Іванович, давайте перейдемо до наших пропозицій, до класичної частини нашої передачі. Що ми пропонуємо у зв'язку з цією внутрішньою моделлю сталого розвитку? Ну, от внутрішня модель, я її так і назвав. Модель комфортного проживания групп населения разной ментальности, разной исторической ценности, разного вероисповедания и разных особенностей регионального развития. Вот это вот текстовая формула модели внутреннего обустройства. И дальше, если исходить из этой формулы, тогда вытекают соответственные и задачи. То есть если мы говорим, допустим, о развитии региона, то я должен строить экономическую модель, потому что экономика – это база все-таки устойчивого развития. Я должен посмотреть, какие особенности региона позволят как можно быстрее реализовать вот эту модель. Вот, допустим, там, почему мы потеряли Крым? Это не только потому, что сложилась какая-то вот агрессивная ситуация вокруг нас, а потому что Крым изначально был автономной республикой. То есть там действительно были какие-то особенности. Они были провозглашены, но они не реализовывались. Почему сегодня возникает в Закарпатье, допустим, проблемы взаимоотношений там, с Венгрией, с Польшей и так далее? Не потому что там живут плохие люди, а потому что там есть свои особенности. Вот каждый регион должен иметь свою стратегию экономического развития с учетом общей стратегии страны Украины, но с учетом этих особенностей. И если мы хорошо развиваемся, допустим, как у нас были экономические зоны с Курском, там, с Белгородом, то, слава Богу, пусть это будет так. Если Закарпатье хорошо развивается с Венгрией, с Польшей, слава Богу, пусть это будет так. То есть вот эта разница в экономической сфере, это даст как раз плюс. Это один момент.
Второй момент вот с точки зрения принятия законодательства. Если посмотреть по классическому определению устойчивого развития, как это сформулировано в Декларации ООН по устойчивому развитию, то это, я ее так вот упрощенно формулирую, это принятие всех законодательных актов в зоне согласия основных направлений экономического, социального, экологического и духовного развития. То есть если у нас закон, допустим, в экономике или там в финансах принимается так, что он не обеспечивает социальное развитие или, допустим, рушит экологию, то это неустойчивое развитие. То есть вот только в зоне этого согласия должны приниматься все нормативные акты. Я могу задать вопрос, я таких примеров не знаю. Хоть один закон у нас проверялся на принцип устойчивости? Ни один. У нас все законы не только противоречат этим направлениям, они противоречат друг другу. То есть вот это принципиальное второе понятие и в развитии страны, и в региональном развитии – это принятие соответствующих законов проектным путем. И третий фактор по этой модели – это переход от управления там, территорией, городом, регионом и так далее, от бюджетного управления, я это называю, управление распределением бюджета, могу добавить в кавычках «справедливое распределение бюджета», это у меня такой юмор, переход к управлению территорией на балансе интересов субъектов этой территории. А кто у нас формирует экономику, кто у нас формирует бюджет? Это, прежде всего, бизнес. Это территориальная громада и, собственно, наука, которая определяет вот перспективу. Вот третий фактор в этой модели – это создание системы управления территорием на базе баланса интересов социально-экономического партнерства вот этих трех субъектов. Сегодня этого нет и даже в задачах не ставится. Мы предполагаем вот три основных базовых принципа формирования модели регионального управления. Вы знаете, Владимир Иванович, я такую скажу речь, аналізуючи історію України, ми, причому не історію війн, а історію господарювання, економічну історію України, то ми бачимо, що на Україні є усталені і успішні історії, практики господарювання. І ось, на мій погляд, те, що зараз відбувається, оце, знову ж таки повернуся до цієї трагедії, що виїжджають люди за кордон, ми втрачаємо цей статус нації, яка може успішно вести економіку, успішно нести господарювання. Тому треба звернути увагу дійсно ось на ці всі речі. Як нам зберегтися? Ми що, будемо зараз деградувати у суспільство споживання, яке тільки може звідкись чекати на якусь допомогу, чи то кредити, чи то ще щось, і споживати їх. Ми що, не здатні тут організувати там господарство, там різних форм власності і різного змісту? Як ви вважаєте? От ви бачите тут проблему? Страта статусу успішної господарюючої держави? Та здесь навіть нічого, кажеться, і говорити. Те люди, которые выезжают, а выезжают же не только молодежь, выезжают специалисты, сколько медиков у нас выехали, они довольно успешно работают, вписываются в тот образ жизни европейский или там в другой какой-то, и довольно успешно работают и ценятся там. То есть народ, люди, в принципе, у нас работать могут, а по интеллекту и по образованию мы во многом даже выше. То есть и то, что мы предлагаем, вот это же не то, что мы предложили вот, ну, совершенно какую-то уникальную историю или концепцию. Я смотрю, сегодня очень много таких интеллектуальных групп, очень много умных людей, которые предлагают вот аналогичные, может быть, даже лучшие стратегии, чем мы сегодня говорим. Вот как их объединить вместе и как не только, кажется, выработать общую какую-то общий подход, общую стратегию, но как и людей выдвинуть, лидеры выдвинуть из этой среды, а не из тех дилетантов и коррупционеров, которых мы привыкли выбирать. Так, є проблема. Ну, на жаль, час нашої передачі вичерпано. Шановне товариство, сьогодні ми обговорювали текст меморандуму, який пропонує громадська організація Фонду регіональних досліджень щодо спільних дій, меморандум щодо реалізації принципів сталого регіонального розвитку. Протягом нашої наступної передачі ми будемо продовжувати обговорення меморандуму. Ми будемо говорити про сутність проєктного підходу, який ми пропонуємо, як зараз оптимальний щодо забезпечення
сталого розвитку України та регіонів. Сподіваємося, що вам було з нами цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.